Всем привет! Большинство людей не любят и боятся насекомых. Проникнув в жилище, эти маленькие существа могут принести много неудобств. Однако, есть отдельные, действительно крупные экземпляры, от которых хочется бежать без оглядки. В этом видео вы узнаете о 10 самых больших насекомых, обитающих в мире. Глядя на них, многие ужаснутся, а кто-то, возможно, выберет нового домашнего питомца. 10 место. Листотел. Листотел обитает в тропиках Юго-Восточной Азии, Северо-Восточной Австралии и на островах Меланезии. Обладает незаурядным внешним видом и является мастером маскировки. У листотела есть другое название – блуждающие листья. Внешний вид этого существа один в один по форме и по цвету похож на листья. У хищников нет шансов заметить листотела, если он находится в неподвижном состоянии. Он может висеть, прикрепившись к ветке, как листик, и раскачиваться на ветру. Длина тела не превышает 12,5 см. Самки крупнее самцов и отличаются от них внешним видом. Они медленно двигаются и перемещаются, а самцы, наоборот, имеют повышенную активность и умеют летать. Интересный факт. Самки могут размножаться без участия самца. При этом рождаются одни самки. Такое явление называется партеногенезом. Поэтому самцов у листотелов гораздо меньше самок. Даже яйца этих странных существ напоминают семена растений. 9 место. Гигантский верблюжий паук. Гигантский верблюжий паук также известен как скорпион, солнечный паук или сальпук. У него есть две метки и брюшная полость за просомой, которая сочетает в себе голову и грудную клетку. Эти пауки могут вырастать до 15 см в длину и очень быстро передвигаться на суше по сравнению с другими беспозвоночными, достигая скорости до 16 км в час. Укусы сальпук не опасны для жизни, хотя могут вызывать разного рода воспаления из-за наличия гниющих остатков пищи на их жвалах. Кроме того, крупные особи в состоянии пробить жвалами человеческий ноготь. Все сальпуги очень подвижны, и почти все они ночные хищники. Эти пауки плотоядны, питаются термитами, пчелами и другими мелкими членистоногими, но также могут употреблять в пищу и более крупных животных, например, ящериц. Вдобавок они чрезвычайно прожорливы. Так в неволе сальпуга может есть до тех пор, пока не лопнет, в прямом смысле этого слова. 8 место. Гигантский водяной клоп. Гигантские водяные клопы – полужесткокрылые насекомые из семейства белостоматиды. Распространены по всему миру и в общей сложности насчитывают около 150 видов. Самые крупные живут в Южной Америке и могут вырастать до 10-15 см. Эти насекомые, хоть и клопы, на самом деле коварные и умелые хищники, охотящиеся из засады. Их толстые изогнутые передние ноги с крючками на концах способны ухватить и удержать довольно крупную добычу. Не только насекомых и мальков, но также рыб, лягушек и змей. Вцепившись в жертву, клоп вонзает в нее свой острый хоботок и вводит в тело слюну, которая обладает парализующим действием. В ее состав также входят пищеварительные ферменты, которые очень быстро превращают внутренние органы жертвы в кашеобразную массу, которую клоп затем с наслаждением высасывает. 7 место. Китайский богомол. Родина обитания богомола – Китай и другие азиатские страны. Взрослая особь в длину вырастает до 15 см. У богомолов своеобразные отношения между полами. После спаривания самки отгрызают голову своим партнерам. Богомолы – яростные борцы с вредителями, мухами и саранчой. Поэтому они завоевали всеобщую любовь фермеров. Их разводят в домашних условиях. Они непривередливы, быстро привыкают к хозяевам, могут брать пищу с рук. Самки крупнее самцов и могут охотиться на мелких млекопитающих, пресмыкающихся и мелких птиц. Окраска богомолов хорошо сливается с окружающей средой, что позволяет им долго сидеть в засаде, оставаясь незамеченными. 6 место. Дровосек титан. Согласно книге рекордов Гиннесса, самым длинным жуком в мире признан дровосек титан, обитающий в Южной Америке. Длина его тела, без усиков и мандибул, может достигать 16,5 см. Конечно же, такой длиной обладают немногие представители вида. Большинство из них составляют лишь 13 см в длину. Взрослые жуки обладают короткими, но крайне острыми жвалами, мандибулами, которые могут переломить даже карандаш. Почувствовав опасность, они начинают шипеть и пытаются ранить неприятеля своими мандибулами.
Стоимость засушенных экземпляров максимально возможного размера для энтомологических коллекций может достигать $1000 США и более. Пятое место. Павлиноглазка Атлас. Свое название бабочка получила в честь героя древнегреческой мифологии Атласа, более известного у нас под именем Атланта. По преданию, Атлас держал на своих плечах небесный свод. Таким образом, название этой бабочки подчеркивается ее гигантский размер, ведь размах крыльев у этого насекомого составляет 24 сантиметра. В естественной среде у атласов мало врагов, но из-за своей небольшой плодовитости они нигде не являются массовым видом. Как и все крупные животные, эти бабочки уязвимы и с трудом восстанавливают численность в тех местах, где некогда были уничтожены. Вместе с тем, люди уничтожают этих бабочек и в хозяйственных целях. В Индии их коконы иногда используют для производства нитей. В отличие от нитей шелкопрядов, нити атласа более грубые и коричневого, а не белого цвета. Из них производят более прочный и шерстистый так называемый фагаровый шелк. В Тайване целые коконы атласа разрезают и после удаления куколки используют их в качестве кошельков. Атласы не занесены в Красную книгу, но нуждаются в охране, ведь они не имеют себе равных среди бабочек. Четвертое место. Птицекрылка королевы Александры. Птицекрыл или орнитоптера королевы Александры – самая большая дневная бабочка на Земле. Самки данного вида обладают более крупными размерами, чем самцы. Размах крыльев некоторых крупных самок составляет 27 см, тогда же, когда размер крыльев у самцов данного вида редко превышает 20. Гусеницы этого вида вырастают до длины приблизительно в 12 см и толщины примерно в 3 см. В настоящее время вид обитает в строго ограниченном ареале на юго-востоке Папуа-Новой Гвинеи, хотя прежде птицекрыл королевы Александры обитал почти во всей восточной части острова. Причиной редкого распространения вида стало резкое сокращение естественной среды обитания. В 1951 году извержение вулкана Ламингтон уничтожило около 250 квадратных километров основного места жительства этой удивительной бабочки, что существенно повлияло на ее численность. Принятый в Папуа-Новой Гвинеи в 1970-х годах закон об охране животного мира предотвратил полное исчезновение насекомого, но не смог прекратить браконьерство. Птицекрыл королевы Александры ввиду своей большой редкости по-прежнему высоко ценится коллекционерами и стоит немалых денег на черном рынке. Третье место. Птицеед Голиаф. Птицеед Голиаф или Тирафоза Блонда является крупнейшим паукообразным на планете и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Первое научное описание было сделано в 1804 году, а в 1965 году обнаружили самого крупного представителя этого вида, длина тела которого составила 28 сантиметров. Как и у всех тарантулов, у Тирафозы Блонда есть клыки длиной до 4 сантиметров, достаточно большие, чтобы прокусить кожу человека. Эти пауки ядовиты, но яд относительно безвреден, и его действие сопоставимо с воздействием укуса осы. Также в случае опасности пауки растирают живот задними ногами и выпускают волоски, которые являются сильным раздражителем для кожи и слизистых оболочек. Встречаются птицееды в тропиках Гаяны, Суринама, на севере Бразилии и на юге Венесуэлы. Гиганты живут в глубоких норах, вход в который выслан паутиной, и ведут ночной образ жизни. Несмотря на гигантский размер птицеедов, находятся люди, желающие держать их в качестве экзотических домашних животных. Пауки неприхотливы и хорошо переносят неволю. Для коллекционеров они имеют особую привлекательность. Второе место. Гигантская скалопендра. Эта огромная многоножка живет в тропических лесах Южной Америки и может вырастать в длину до 30 см. Ее тело поделено на 23 сегмента, на каждом из которых находится одна пара лап с видоизмененными когтями. Когти, находящиеся на передней паре лап, соединены с ядовитыми железами. Яд смертелен для большинства мелких животных и токсичен для человека. Скалопендра агрессивна и нападает на любых существ, с которыми ей удается справиться. Интересно, что гигантская скалопендра имеет очень плохое зрение, поэтому полагается в основном на свои хеморецепторы. Несмотря на свои гигантские размеры, скалопендра является популярным домашним питомцем у любителей беспозвоночных.
И первое место – мегапалочник Чана. Мегапалочник Чана имеет поразительный внешний вид. Он совершенно не похож на живое существо. Он мастерски маскируется под обычную веточку и полностью сливается с деревом, на котором живет. Идеальный природный камуфляж и защита от врагов. Длина тела самого большого представителя 35 см, а с вытянутыми лапами все 56. Палочники получили свое название в честь ученого Чэнь Джиалуня, который впервые начал их изучать. Учеными было найдено всего 3 экземпляра представителей данного вида. Их образ жизни пока совершенно не изучен. Первую особь обнаружили в 1989 году в лесах острова Килиманджаро. В 2008 году насекомое передали в Лондонский музей естествознания. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Спасибо за просмотр и заходите еще. Всего вам доброго!